Всем привет! Сегодня хочу сделать вам небольшой видеообзор, как создается мой сайт, интернет-магазин детской одежды Nanny Kids. Это уже мои подгруженные товары. Хочу сказать сразу, что процесс очень интересный, творческий, но не быстрый. Москва не сразу строилась, мы вот тоже постепенно идем к цели. Пока только подгрузились боди для малышей. Вот так они выглядят уже в магазине. Это еще тоже сырой вариант. Нужно еще размеры подобрать карточек. И все встанет в полном, не в разрезанном виде, в таком, а в полном виде. И если мы перейдем, вот, например, на эту карточку товара, кликнем по ней, то выглядеть она будет таким образом. Здесь указан цвет, размер, материал, производитель и краткое описание. Поэтому вот на сегодняшний день это все, что я проработала. Работы еще предстоит немало, но я двигаюсь к своей намеченной цели.